she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Всем привет, меня зовут Маша Жукова, и сегодня будет очень-очень важное видео, в особенности для видеоблогеров, как и начинающих, так и для продвинутых. Но в любом случае я постараюсь сделать это видео интересным для всех. То есть, если ты не видеоблогер, то ты тоже можешь посмотреть. Надеюсь, что тебе понравится. И сегодня хочу вам рассказать обо всем том, что пригодится любому видеоблогеру. То есть, о различном оборудовании для съемки, не только. И, кстати, это мое уже третье видео «Помощь начинающим видеоблогерам». И смотрим. Как я уже сказала, в этом видео я расскажу обо всем оборудовании, которое только может вам понадобиться для съемки видео. И чтобы вам было удобнее и интереснее, у меня будет несколько групп, и у каждой группы будет две подгруппы. В первой группе я назову самые недорогие варианты оборудования, то есть самые доступные, и это в основном подойдет для начинающих видеоблогеров. А во второй подгруппе я назову наилучшие варианты, то есть более профессиональные. И давайте начнем с самого начала, то есть без чего в принципе нельзя снимать видео, это камера. И тут на самом деле сложно назвать самый недорогой доступный вариант, поэтому давайте разберемся по порядку. Многие спрашивают, можно ли снимать видео на телефон. Лично я считаю, что лучше не стоит, потому что качество, конечно, сильно отстает. Но если у вас очень хороший телефон с качественной камерой, то вы, конечно же, можете и попробовать. Но на самом деле это не очень удобно, потому что там все время не хватает места, да и снимать, я думаю, не очень-то и удобно на телефон. А теперь, чтобы вы все увидели наглядно, давайте сравним качество камеры и телефона. У меня iPhone 6, и сейчас мы посмотрим, насколько будет отличаться качество. Так вот выглядит все то же самое на телефоне, то есть вы можете видеть разницу, как выглядит на телефоне, как выглядит на камере. И только что вы наглядно увидели разницу, но стоит еще учитывать, что я сижу напротив окна, то есть здесь очень хорошее освещение, от цвета очень многое зависит, поверьте. Следующий вопрос, это можно ли снимать на планшет. Тут очень похожая ситуация с телефоном. Если у вашего планшета хорошее качество, он хорошо снимает видео, то в принципе можете попробовать снимать и на него. Также у вас наверняка дома есть обычный фотоаппарат мыльница, но тут опять же нужно посмотреть качество, потому что я не могу точно сказать, стоит снимать на мыльницу или нет, потому что как и телефон и планшет, они все могут быть как и хорошего качества, так и плохого. Тут нужно уже смотреть самому, потому что это уже более частный случай, так сказать. Но я думаю, что вы сможете оценить здраво качество вашего устройства. Снимите пробное видео, посмотрите на компьютере и, в принципе, я думаю, все сразу станет понятно. И еще один вариант, который хочу вам предложить, это обычные видеокамеры. Раньше у меня была такая вот видеокамера, я снимала на нее первые видео. Моя видеокамера называлась Canon Legria 406. И именно ее я хочу вам предложить, потому что она сравнительно недорогая. И если хорошо расставить свет, у нее будет качество, конечно, не отличное, но нормальное. И если вы хотите увидеть, как она, собственно, снимает, то для сравнения вы можете посмотреть мои первые видео. А вообще лучше всего поспрашивать у своих друзей и знакомых. Наверняка у кого-нибудь из них есть зеркалка. И может вы как-нибудь с ними договоритесь, и тогда у вас будет вообще супер качество почти бесплатно. А теперь переходим к более профессиональному варианту. И тут, конечно, можно на 100% сказать, что самое хорошее качество будет у зеркалки. Я думаю, что самый наилучший вариант это камера Canon 60D. На ней снимают очень много видеоблогеров. У нее просто шикарное качество. Но еще один не такой дорогой вариант, но тоже очень хороший, это камера 600D. Я сейчас снимаю именно на нее, и мне она очень нравится, так что покупать другую я пока не собираюсь. И следующее, что нам нужно, это объектив. Вообще, конечно, подходит стандартный объектив 18-55 миллиметров. Обычно он идет вместе с камерой, и, кстати, именно на него я сейчас снимаю. Но, конечно, в идеале... В идеале, если есть объектив 50 мм. Этот объектив портретный, именно он создает размытый фон, что получается очень красивое видео. Лично у меня нет объектива 50 мм, но он очень классный, поэтому я на него коплю, я очень хочу его. Так что когда-нибудь он у меня появится, видео станут более красивыми. И следующий пункт это свет. И без этого на самом деле вообще никуда, потому что свет играет очень важную роль в видеосъемке. И хоть на какую профессиональную камеру я буду снимать, но если у меня будет плохое освещение, то и качество будет плохое. Это закон. И наоборот, если у вас не очень хорошая камера, но вы правильно выставите свет, то тогда и качество будет намного лучше. Ну и самый доступный и очень дешевый, поверьте мне, вариант, это, конечно же, окно. И мне кажется, что это даже самый лучший вариант, потому что, естественно, освещение, оно всегда самое красивое. Так что снимайте днем напротив окна, и все у вас будет прекрасно. Ну и более дорогое оборудование, это софтбоксы. С помощью них можно будет снимать в любое время суток, хоть ночью. И следующий пункт, это штатив. Конечно, самый недорогой доступный вариант, это просто
поставить камеру на какую-нибудь полку или на стулья с книжками, как многие делают. Но все-таки лучше приобрести штатив, потому что он совсем недорогой, а с ним снимать намного удобнее. И вот у нас, казалось бы, все уже есть для того, чтобы снимать видео, но еще последний пункт – это редактор для видео. Про монтаж я сниму отдельное видео, но хочу сказать одно, что не стоит монтировать на телефоне или на iPad, потому что действительно хорошие редакторы для видео бывают только на компьютере. Например, существует на планшетах такая программа, как VideoFX Live, и я помню, как когда-то давно я очень хотела снимать на ней видео, я считала, что это будет круто, но не повторяйте моих ошибок, не стоит снимать через эту программу, вставлять там всякие цветочки, потому что это правда выглядит очень глупо. Монтируйте лучше на компьютере, здесь я хочу вам подсказать две программы. Если у вас Windows, то наилучшая программа, по моему мнению, это Sony Vegas. Ну а если у вас компьютер Apple, то я вам посоветую программу Final Cut, или если вы только начинаете снимать видео, то также вам может подойти iMovie. И теперь у вас есть просто все оборудование, и, кстати, в следующем выпуске мы начнем уже снимать наше первое видео, так что не пропустите, мне кажется, этот выпуск будет очень интересным. И я очень надеюсь, что это видео показалось вам полезным и интересным, и если это так, то ставь мне пальчик вверх, мне будет очень приятно. Забудь о негативе, живи на позитиве, я вас всех очень-очень сильно люблю. Всем пока!